попробуем тут рыбку заинтересовать. Ой, какой точный заброс. Прямо в траву, в травоньку. Вот еще травонька. Что-то я смотрю, что-то непонятно. Плывет как-то не так. А? Это я говорю, да, не надо, зачем? Хорошо играет. Отлично прям. Ой, ну хорош, вот, блядь. Вообще красава. Китайская версия Магалона. Тут так и думал, что сумку накинешь на эту хрень. Я его собрать не успел, что-то он не собирается, короче. Там щуку забери, сейчас мы его разложим. Жаль, щучка. Не помни, моя красавица. Что такое-то? О, работает. Ага, есть. А видно было, малек разбегался, да, сначала-то? Ну да. Удлиним его сразу. Ой. О, за моим воблером тоже щука вышла, но... Из травы вышла, но пока его не съела. Малек разбежался. Ну, пацак не надо, да? Сегодня опять вертушка рулит, да? Ну да. Это уже какая там? Третья рыбалка, наверное, да? Блесна прям вообще показывает нереальные результаты. Это я. Вот раз здесь у меня хорошая сошла, да?
Бьет, бьет и не добьет. Хорошо, конечно, кинул, но... Нифига не точно. Ой! По-моему, я щуку видел. Изо рта у меня выдернул воблер. О, есть? Подсак надо? Че? Вижу, вижу, да, я снимаю. Ну да. Молодец. Мы проведем эксперимент. Просто кто-то писал, что на щуку ловятся огромные щуки. Да. Красиво как ушла, да? Счет 3-0 в пользу вертушки. Сейчас еще вот сюда забросик сделаю. Проверить. О, ты видал что? Нет. Она рядом. Я траву поймал, она рядом фигакнула. Она прям вот около этого вот тростника. Так, ну по крайней мере мы знаем точно, что здесь рыба есть. Она идет вообще красавица, вообще нереально, очень вообще супер прям. Это что-то космос какой-то. Это вся наша рыба. Сейчас будет рыба вся наша. Такую вкусняшку она не сможет пропустить. Опа, есть. Да она, наверное, не крупная, посмотрим сейчас. Я же тебе сказал, такую блесну. Вот она, красавица. Вообще нормально пробила. Она прям в два раза вошла. Вот она, хорошая. Не зацепляйку, ставь такую. Она здесь рулит вообще. Вот она проходит хорошо. И реакция на нее, видишь, как отыгрывает. То, что надо. Как же я в прошлый раз-то ее не поставил здесь, а? Отлично. Что там? Травушку наловил. Все равно играет офигенно. Даже с травушкой. Играет шикарно. Сейчас мы вот оттуда попробуем. Ничего, значит, вон там рыба есть. Где-то здесь должна быть рыба. Опа! Летим туда, там столько вкусного. Вот она, авторская блесна ручной работы, купил в магазине. Как она работает, а? Первая рыба, щука на нее на 3 килограмма. И вообще... Постоянно радует. У меня одна уже потерялась, к другую купил. Ой, чуть тебя не поймал.
как-то на ее месте должен был быть я. Она шла за моей, но, короче, это... Я, видимо, прошел чуть-чуть раньше. Давай-давай туда, пока она там. Пробрасывай, давай мы достанем, попробуем. Ну что ловит-то, надо ее сейчас, пока она активная, вылавливать всеми возможными и невозможными методами. Опять идет. Ну давай, такой. Перестала преследовать. Перестала преследовать. Она перестала преследовать мою приманку. Перестала преследовать ее. Шла, шла и бросила. Что-то ее спугнуло. Наверное, щука. Не знаю, пока не пойму. Щука, да. Ну, видимо, не очень крупная, наверное. Дама в Z. Давай поснимаем ее, она не очень крупная. Зато красиво. Это лично работает. Угу. Сюка! Такая щучка. Красивенькая. На дам FZ. Она, кстати, в пиявках, вон, на плавниках пиявки висят. Фоткаю. Опять ракушку поймал. Не добрось. Ты, говорю, заводить надо в пацак, а не перебрасывать. Она меня... Да, конечно, ты ее там выдернул. А ты ее так выдернул, говорю, она сама хотела в лодку запрыгнуть уже. О, кровяка. Другой стороной покажи. Кровяка, да? Ну да. Как она это так агрессивно прямо у тебя схватила-то, да? Что там такое? Нет, не видел. Опа, не попала. А вернее, она попала, но не засеклась. По воблеру-то попала. Он перехлестнулся, видимо, я, ну, как-то не так заиграл. Она по хвосту стукнула.
Есть. Да не, она маленькая. Маленькая. Тихо. Отцепишься, отцепишься. Тихо, тихо. Угу. Магалон, магалон. Подожди, сейчас я возьму инструмент, что ли, тогда тебя будем отцеплять. Магалон, потому что он как раз для этих мест и для того, чтобы раздраконить рыбку самое оно. Я тебя отпущу сейчас. Не нервничай, я тебя отпущу. Тихо, 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 тихо. Блин, у меня, смотри, на магалона начало получаться ловить. Давай, беги хорошенько. Беги, 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 беги. Отпускай. Красиво было? Мне тоже понравилось. Ну, здесь повезло, что она была, в общем-то, активная. Она хотела ловиться. Хотела атаковать, ей было интересно. Считай, три выхода, да, с третьего она реализовалась. Я видел, как бы он шел, шел вдоль поверхности, он же яркий, его видно было. А потом он исчез. Я не стал пока ничего делать, думаю, пока не почувствую. Глазам не решил не верить на всякий случай. Перестраховался и чук, чувствую в руку. Есть, думаю, хорошо. Пришла. Значит, не показалось. Вот она какая, трава. Хорошая села трава. Это тоже трава?